Ростик, какие у тебя первые впечатления от этой игры? Да никаких эмоций, никаких впечатлений, просто закономерный результат. Мы могли забить в первом тайме, они могли забить во втором тайме. Думаю, ничья — это справедливый результат сегодня. Ну хорошо, допустим, если немного отойти, что мы не выиграли, сухой матч тебя радует? Да, меня радует, конечно, сухой матч. Но я могу пропустить 5, если моя команда забьет 6, я буду только рад. А обратил внимание, болельщики Волгоря вывесили баннер, напоминающий прошлогодний пропущенный гол? Не, я ничего не видел. Что там было написано еще раз? Ну, типа, приятно вспомнить. И указали дату. И 70 пропустил. Ну, что, видишь, приятно доставляю болельщикам. Ну, ничего. Зато все года, которые мы в НЛ играем, я что-то не видел их впереди турнира и таблицы. Ну, ничего. Зато радость доставил болельщикам. Ничего страшного. Молодцы. Пусть порадуются. В очередной раз получилось так, что преимущество было на нашей стороне. Мы вроде владели инициативой, но при этом не смогли реализовать. Как думаешь, что надо? Ну, во-первых, тяжело скрывать команду, которая сидит 5-5 и обороняется просто всей командой, которая только выбегает в контратаке и делает ставку на стандарты. Вот, тяжело было скрыть просто их и все. А в завершающей стадии первых полей хочу отметить, постоянно, когда мы сюда приезжаем, поле не могут полить, оно какое-то, не стригут, ничего, не знаю, что мы им сделали, может, мы им там, я не знаю, дверь забыли закрыть за собой или что, я не могу понять. Ну, ничего. Самый опасный момент у твоих ворот — это выход один на один был. Как соперник попытался обыграть, но как действовал? Да, действовал по нему, по мячу, чисто смотрел на него движение. Потом получилось, увижу, что он остановился, я понял, что он будет обыгрывать, просто не знал, в какую сторону. И потом, когда уже видел то, что он уходит, уже все, понял, что он мой. Просто осталось просто его загнать в угол и все, а там он не попал. Молодец, спасибо.